Здорово, Империя! Микрофон Артём, ты канал Snow World TV. У нас очередная новая игрушка, демка, доступная в Стиме. И это этот всеми нами любимый ретро-шутер, короче. Вот, в игре есть, кстати, русский язык, это хорошо. Это демо-версия игры, некоторые функции могут быть недоработаны. Новая игра, погнали, сложность. Подумаешь, такую оставим, среднюю, почему бы и нет. Fat Bot Game. Типа жирный робот. Или толстый робот. Так, скипаем, сейчас посмотрим. Люблю ретро-шутеры. Сейчас посмотрим, покажем вам. Так, мы играем, я так понял, за какого-то гробовщика. Эпизод первый, миссия первая. Смотрите, как в Quake пишется. Кладовщик, ой, что там было написано? Ой, как быстро бегает. Альтернативная атака... А, не открыта. О, зомбак. На. А чё? Жалко, не разлетается он, кстати. Обидно. Вот так просто чисто... Ух, не, нормально. Вот этот какой-то психованный был. Так, аптечка. Пурпур этот нужен. Очень быстро он двигается. F5 тут сохранится. Во! Вот, нормально. Лопнул. Неплохо. Так. Не работает. Так, я прыгаю, конечно, прыгаю. Вот здесь, опять проход, походу, какой-то. Рыба. Опасная рыба была. Так, я надеюсь, не задохнусь. Чуть не вдохнулся. Так, чё, куда мне? Сюда? Отлично. Куда-то плыву. Так, бронька, это хорошо, патроны. Прыжок маленький, невысокий. Альтернативный огонь тоже не открыт. Ух, ёп. Птица какая-то. А, пурпур ключ. Это кладбище, ну. Типа на кладбище восстают эти мертвые. Кстати, когда в голову им стреляешь, у них... О, это что такое мигает? А, теперь можно так вот опускаться, подниматься, получается. Я просто тут патроны забыл. Так, не запрыгнуть, да? Так, пурпур ключ есть. О, так это еще и рогалик, да? Убитые враги сбрасывают фрагменты брони. Базовая атака лопаты наносит на больше урона. Все атаки лопаты... Нет, вот эта лопата я пока не буду... Вот это... С элементами рогалика это, конечно, интересно. Видите, у меня карта есть. Так, вот всякие секреты могут быть. Это не ломается? Зачем? Зачем нужна лопата, когда есть, ну, как бы, пистолет, да? Опа, там еще что-то есть. Как это?
Ага, это коллекционный предмет какой-то. А здесь почему-то все по-английски. Возможно, просто не перевели еще. Так, там еще ключ. Так, смотри, а это челик с патронами. Ну, в смысле, с оружием был. Так, а можно мне альтернативный огонь? Куда он убежал? Альтернативный огонь бы хотел я. Или нужен синий кей. Мы нашли короткий путь. Бегают, что-то кричат. Так, я понял. Так, там рыба внизу. Там, кстати, дробовик, по-моему. Say hello to my little friend. Да. Это я люблю. Вот это нормальное оружие. Так, и чё, и куда мне? Все, игра сохранена. Rest in pieces. Так, патроны есть, да? Кто там? Тут еще был, да? Да, классно, они сочно разрываются, их тут бегает. Так, сверху карточка какая-то. Сюда можно залезть. Предмет коллекции. Так, плюс 50 к максимальной броне, отражаемый урон в повышенном спеси на 75. При пустом боезапасе атаки расходуют здоровье. Давай это. Так, какой-то полез. Блин, 10 хп осталось. Ах ты, я упал. Там хпшка была просто. Так, а куда мне? Так, а куда? Блин, надо достать эту аптечку, у меня 10 хп. Не знаю, сколько она прибавляет, но она мне нужна. А, это мега здоровье. Кайф. А, я типа могу перепрыгнуть сюда. И чё я тут типа... Тут
Типа стенку сломала. О, кнопка. Здесь что-то открылось. Вонючие крысы, блядь. Идите отсюда. Так, что-то еще открылось. Не. Так, ключ. Ключ. Блин. Там этот еще один, кстати, карточка лежит, надо взять. Дает 50% к урону при уровне здоровья не выше 30. Позволяет применять альтернативные атаки во время перезарядки. О! Но альтернативные атаки пока не открыты. Так, вот это хочу взять. Демон какой-то вылез. Все. Кладбище пройдено. Ну, прикольно, да? Крестили, типа, ретро-шутер такой, да, с этим, с карточным рогаликом. Почему, как говорится, и нет, да? Могу поехать на ней? Не работает. Иногда, кстати, сразу убивает, иногда нет. Здесь что-то есть. Дает небольшой шанс призвать крысиного помощника при убийстве врага. Убитые враги сбрасывают фрагменты. Атаки поджигают врагов, нанося постепенный урон. Давайте вот это. О, крыса появилась, смотрите. Прикол. Только в чем прикол, крыса сейчас ее задавит, а ей насрать, она бессмертно прозрачная, просто насквозь. Они умирают, они ненадолго. А здесь я, был, и чё? Ничего, что ли, надо? Активного огня еще нету. Игра сохранена. Так, вот это что такое? А, здесь нужен ключ.
Короче, я какой-то гробик видел. Так, ну здесь тоже нужен синий ключ. Тут все закрыто, да? А у меня есть фиолетовый ключ? Нету, пурпурный. Так, может сюда куда-то надо? Вот там, по-моему, пурпурный. Опа, да, еще такой сверху. Что это? Как достать? Не допрыгнул. О! Три снаряда. Блин, а как достать-то ту? Иногда, кстати, крыса пугает. Блин, туда не допрыгнуть. Или допрыгнуть. Может, это кнопка? Что такое? Туда надо как-то залезть. Так, не залезть тоже, да? Далеко, а не допрыгивает он. А, вот здесь проход. Вот это какие-то новые появились. Какие-то появились новые. А здесь пока нет альтернативного огня. Вот эти с дробовиками тоже. Так, крыса, отойди. О, там какое-то новое оружие. Там какое-то новое оружие было. Вон оно лежит. При уровне здоровья не выше, вы получаете на 50 меньше урона. Плюс максимальность брони отражает протак. Разнося врагов, вы замедляете врагов поблизости и наносите им постепенный урон. О, давайте обморожение возьмем. Так, как попасть... туда, куда лежит оружие. Так, сюда надо, наверное. 18 хипулек осталось. У них бошки отлетают, и они это... Летят эти бошки. Так, мне туда, походу. Чё встал здесь? Так, и что я открыл? Кто мне скажет? У меня тоже есть крыса, если что.
Кругом подстерегает опасность. Еще бошки вылетает, летает он. Так, здесь проход. Ой, хана. И что делать? Ага, нормально. Позволяет применять альтернативные атаки во время перезарядки. Так, плюс 100 к урону в воздухе. Каждая третья атака наносит на 100 больше. Вот это берем. Бля. А, подожди. Не понял. Это была не моя крыса? Нормальное сохранение, конечно. Ловушка Джокера. Да, это не моя крыса. Это крыса-ловушка. О. О. Какая-то шестистволка. Блин, прикольно, только патроны кончились. А там еще какое-то оружие было, видели? То есть это не то оружие, которое надо. Так, оно куда-то покатилось. Так, это мои крысы? Блин, крысы пугают на самом-то деле. Они вроде как бы и свои, а вроде бы и чужие. И не разберешься. Что за лего-фигурки? А, это какие-то бомбы. И чё? А, лифт. Вот это уже подставная. Безопасно ли? Загадка выполнена. Какой-то пиздец ты страшный написано. Так, и чё, и куда, и зачем? Сюда, что ли? О! Призрачная лопата. Нажми Е, чтобы бросить призрачную лопату на голубую светящую. А, во! Уя, бля!
Ой, зря, наверное, да? Так, и чё? А, во! Блин, убили все-таки. Ладно, давайте здесь останавливаться. Прикольная игрушка. Ну, совместили ретро-шутер, да, с этими, с карточными рогаликами различными. Берите на вооружение, демка доступная. Можете скачать, поиграть сами, попробовать. Вот. С вами был, как всегда, Артем. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики, приходите на стримы. Все ссылки в описании. Увидимся всем. Пока-пока.